Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о планах на месяц апрель. Ну, собственно говоря, сильно не изменились планы с мартовскими, но тем не менее. Как всегда, в планах будут кошки загадочные. Мы здесь постоянно красим сыро из месяца в месяц. Ну и следующий месяц не исключение. Соответственно, также города, цветовой квест, животные и колортроник. Тоже будем красить. Также в этом месяце по номерам антистресс будет раскрасочка. Также в этом месяце я взяла котики, мне дарила Ира эту раскрасочку по номерам. Я делала на нее уже обложку, даже вот подобрала несколько иллюстраций, так что буду красить. Из серии Хоббитека будет несколько тоже разнообразных. Вот космос раскраска, затем принцессы и феи. Будет также будет мир вокруг нас и большой город. Ну, может быть, еще добавлю подводный мир, посмотрим. Дальше. Также в планах в этом месяце дыхание весны. Мне подарила ее Ира. Буду раскрашивать. Тоже уже подобрала здесь иллюстрации. Одела обложку. В общем, все готово. И, понятное дело, волшебный мир фей. Я тоже одела уже обложку на нее. И буду здесь тоже красить в этом месяце. Также в этом месяце цветочные феи. Flower Fairies. Здесь тоже плюс-минус. Я уже выбрала иллюстрацию на этот месяц. Они, в общем-то, все замечательные, но я уже подобрала, буду раскрашивать. Также еще одна по номерам. Я сначала думала, что не буду ее брать в этот месяц, достаточно мне и по номерам, и достаточно книг, но я здесь начала еще в марте красить иллюстрацию, не успела докрасить, поэтому буду красить в этом месяце. Геоморфоза. Мы здесь красим сырые каждый месяц. Мы решили распланировать все иллюстрации по месяцам. И ну, хотим ее закончить уже. Поэтому все распланировали. Следующая иллюстрация у нас будет вот эта, если я не ошибаюсь. Так что будем красить. Мифоморфозы тоже будем в этом месяце сырой красить. Мироморфозы будем красить, понятное дело, тоже сырой. Ну и, соответственно, я не успела в этом месяце начать. Очень хочу начать уже хрупкий мир Кербера Занеса. Я еще, честно говоря, я хочу здесь все раскрасить. Я не знаю, с чего даже начать. Мне нравится здесь все. Ну, может быть, начну прям с самого начала. Может быть, ну, посмотрим. В любом случае, она будет в этом месяце точно. Понятное дело, Средиземье. Мы тут сыры каждый месяц красим по порядку. У меня здесь одна еще пропущена, но я ее обязательно раскрашу. Люблю эту раскраску. Вот на камеру почему-то она такая прям светлая. На самом деле она достаточно яркая. Не знаю, почему камера так высветляет. Ну вот, в марте красила. Вот эту мы красили иллюстрацию. И, соответственно, в апреле будем красить эту. Вот. Также мне хочется задействовать вот этого хоббита. Мне ее подарила Люда. И я хочу здесь что-нибудь раскрасить. В общем, начать ее. Единственная проблема для меня здесь — это вот пустые фоны. Ну, для начала выберу что-нибудь такое, а уже потом
посложнее можно будет выбрать. Вот, смотрите, какая красота. Но я так думаю, эта раскраска все-таки больше под акварель. Красивая раскрасочка. Спасибо огромное, Миля, за такой подарок. Я очень ее хотела. И вот мне подарили. Буду красить. Также мне хотелось бы «Игру престолов» все-таки задействовать. Я в этом месяце не красила ничего. Здесь не успела раскрашивать. Поэтому мне тут Рита помогла раскрасить одну иллюстрацию. Ну вот по поводу «Игры престолов», не знаю, посмотрим. Хотелось бы, конечно, все-таки раскрасить. Ханна Карсон будет маскарад. Так как я в прошлом месяце не успела здесь все раскрасить, что хотела, буду красить. Волшебная шкатулка. Решили еще раз пораскрашивать с Викой. И вот эту иллюстрацию. Здесь я уже сразу пергамент приготовила, чтобы если что не отпечатывалось, чтобы времена года. Здесь тоже у меня в планах есть иллюстрация. Ну и мы с Ирой постоянно карасим в рассветный час, поэтому тоже, соответственно, она в планах. Мне уже страшно от этих планов. Рита Берман. Я не успела в этом месяце ее тоже пораскрашивать в марте. Но вот очень надеюсь, что в апреле все-таки я ее задействую. Очень мне нравится эта раскраска, поэтому беру пока в планы точно. Решила взять в планы волшебные узоры. Нужно очень много, хотелось бы поиспользовать брашей, фломастеров, чтобы зря не сохли. Ну и я думаю, это самый такой вариант для этих целей. Так что беру в планы. И вот такую малышку морских единорогов. Люблю раскрашивать. Мы здесь красим сырой. И с Мариной. Канал Марининой раскрасочки. Мы здесь тоже красим. Теперь каждый месяц. Поэтому она будет у меня в планах. Вот такие планы. Не сказать, чтобы прям грандиозные. Но хотелось бы все задействовать. Потому что, ну не знаю. Очень хочется многое раскрасить. Допустим, я очень хотела эту раскраску. Кстати, нужно ей обложку найти, подобрать. Здесь очень плотная бумага. Я здесь вот уже пробовала красить фломастерами. Ничего не протекает, не про отпечатывается. Очень здорово. Я смотрю, здесь девчонки даже акварелить умудряются. И фломастерами, и карандашами, и акварелью, и чем только не красят. Поэтому я насмотрелась. И мне тоже хочется ее задействовать. Ну и, как я сказала, Рита Берман тоже мне очень нравится. Безумно люблю эту раскраску. Она очень красивая. С удовольствием ее раскрашиваю. И здесь вот, ну, времена года. Поэтому я думаю, сейчас весна, потом лето. Очень даже здорово пораскрашивать. И я надеюсь, что я все-таки до нее доберусь. Если уж не в марте, то в апреле теперь точно доберусь. В планах пару иллюстраций, поэтому буду раскрашивать. Ну, вот в планах была эта иллюстрация, видите, не успела. Так что надеюсь, что все планы осилю. Вот такие планы на апрель. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, продуктивного месяца. Всем вдохновения. Ну и пока-пока.